Значит, здесь восьмой гуманитарный и девятый гуманитарный. Я надеюсь, что девятый гуманитарный, ну, как минимум, Аполлинера услышал. И когда-то под мостом Мирабо мы слушали романс на стихи замечательного поэта. Ну что, есть вопросы? Если нет, то, может быть, это вы скажете по поводу Махмуда. Есть. А вы почувствовали, что это, вы как вообще восприняли? Это как некое такое путешествие в прошлое просто, или это как-то имеет отношение, как вы думаете, к сегодняшнему? Ну? Да-да, вот маленький. Я думаю, путешествие в прошлое, так как... Далекое и такое, да? Прошлое, так как каждый год мы празднуем 9 мая, и это как часть нас самих, потому что мы жили, столько людей погибло на этой войне, и, думаю, каждый человек отдал бы частицу себя, а для того, чтобы поддержать тех людей, тех ветеранов, чтобы они могли нами гордиться после стольких. А ты говоришь только, говоришь только о наших ветеранах? Нет, вообще. А, ты, вы поняли, да, что это вообще не о ветеранах одной стороны? Это о войне, правильно, кто, да? Хорошо, молодцы. И нет того, что произошло с нами. Да, и вот мы не знаем ничего почти о Первой мировой войне, а на самом деле не было бы Второй мировой войны, если бы не было Первой мировой войны. И того, что произошло во время этой войны, когда человек открыл для себя, что цивилизация может сама себя истреблять, что можно такому цивилизованному культурному народу, как немцы, придумать газ отравляющий, например, и применить его против не каких-то там варваров или дикарей, а против такого же родного цивилизованного народа, как Англия или Франция. Понимаете, когда произошел такой слом цивилизационный бумаг людей, когда они поняли, что даже когда они равны друг другу, они могут убивать друг друга, ну как вам сказать, неблагородно. По большому счету, я думаю, что даже если даже против варваров, это да, безусловно, безусловно. Но то, что произошло как слом, было именно этим. Когда люди поняли, что благородная война, вот эта рыцарская война, она закончилась, и греческие ценности погибли, их больше не осталось. И люди, которые вернулись с этой войны, они были другими людьми, не тем, кто был.